продолжается, пожалуй, одна из самых масштабных строек этого года. В Щелкове преображается берег Клязьмы. Более сотни свай уже забиты в основание набережной вдоль улицы Шмидта. Участок правого берега Клязьмы от Старого моста до улицы Пушкина. Здесь всегда любили гулять жители этого района Щелково. Однако ничего, кроме полуразрушенной асфальтовой дорожки на берегу, у них для этого не было. Наконец, и эта часть набережной, как и другие общественные пространства, дождалась своего звездного часа, став огромной строительной площадкой. На протяжении 800 метров будущего променада ведутся работы. Набережную вдоль Шмидта, как объект городской архитектурно-планировочной инфраструктуры, строят, по сути, с нуля. Поэтому строителям приходится сталкиваться с рядом непредвиденных обстоятельств. Сложная геология грунта, неучтенные инженерные сети. Ход работ регулярно контролирует глава Щелковского района Алексей Валов. Строители уверяют, все возникающие препятствия преодолимы, и если и задержат сроки сдачи объекта, то несущественно. Сейчас на набережной продолжается вынос инженерных сетей. Меняют канализационный напорный коллектор, строят локальную ливневую канализацию. Это наиболее трудоемкий этап работ, но только после его завершения можно будет приступать к мероприятиям по благоустройству территории и формированию внешнего облика новой набережной. Эта набережная будет 100% украшением городского поселения Щелково, как и все, что мы делаем для людей. Потому что каждый элемент, который мы вносим и в общественное пространство, и в пешеходную логистику, и в транспортную логистику, они потом со временем сделают такой высокого уровня урбанизированный город. Срок окончания контракта у нас конец ноября. Думаю, до 15 ноября порадуем жителей. Ирина Микеда, телерадиокомпания «Щелково».